Экспресс «Радио Орел» приглашает орловчан на масленичные гуляния. Согреться в зимний мороз помогут Сергей Сергеев и Юлия Чернявская. Уже 7 раз радиостанция устраивала орловчанам проверку ледяным столбом. Сейчас столб скован ремонтом сферы Т, а потому в это воскресенье палатки экспресса придется сменить прописку. Мы все равно порадуем жителей города, подарим подарки, будут конкурсы веселые. Встречаемся в 12:00 26 числа у входа в городской парк. Самый главный ориентир – это музыка экспресс «Радио Орел».